Новое футбольное поле появилось на месте, где и раньше спортивным клубом «Ромашково» проводились футбольные соревнования. Правда, теперь заниматься любимым видом спорта местным жителям будет намного комфортнее. По качеству искусственный газон не уступает лучшим покрытиям, используемым на спортплощадках города Одинцово. Стадион будет многофункциональным и открытым для всех желающих. То, что есть у нас такие в городе ребята, энтузиасты, которые порой вкладывая свои личные там средства, делают, и, как говорится, и для себя, и для людей, и помогая нам, и открывая такие объекты, это очень здорово. Администрация проводит завершающие работы по установке двух таких же мини-футбольных площадок. Идея создания на базе спортклуба «Ромашково» качественного футбольного поля родилась не вчера. Однако условия для ее воплощения появились не так давно. Со временем сеть таких футбольных полей, это как бы то, что мы здесь делали, наша идея, одной из как бы задач, хотим здесь создать детскую футбольную школу, как бы на базе какого-то профессионального футбольного клуба. Мы пока переговоры не ведем ни с кем, но планируем вот зимой начать. Если кто-нибудь нам предоставит такую возможность, мы с радостью это будем здесь как бы организовать. Будут определенные часы для теннисного корта. Здесь все собираются проводить и теннисные турниры, занятия. Да, покрытие позволяет проводить и теннис. Да, мы изначально, когда заказывали покрытие, и с расчетом на то, что можно было и большой теннис играть. У нас есть две раздевалки, в которых сейчас можно раздеться, переодеться, есть туалет, есть хорошая парковка, подъезд к футбольному полю. Есть, но минимальная такая инфраструктура. Планируется сделать большие, современные раздевалки на хорошем уровне. Это будут не какие-то там бытовки, которые сейчас у нас есть сделанные, заказываем проект, где собираемся, чтобы у нас был и борцовский зал, и зал бокса, и тренажерный зал. Для этого у нас есть и достаточно территории, чтобы все это сделать. По сравнению с тем, что было, данное поле хорошее, потому что раньше здесь были кочки, неровности, и играть было неудобно. Но вот сейчас сами видите, что прекрасно, и можно проводить турниры, и поле прекрасно подготовлено. И хорошие возможности для того, чтобы дети играли на таком поле. Символическую ленточку вместе с местными жителями перерезал заместитель главы администрации городского поселения Одинцово Алексей Бондарев. Мы этот объект еще доведем, будем говорить так, до совершенства. Не только этот объект, мы всю эту зону, мы ее планируем сделать замечательной зоной отдыха. Вряд ли это еще в каком-то себе есть такая зона. Мы ее сделаем по мировым странам. Открытие стадиона было превращено местными энтузиастами в настоящий праздник и для детей. Причем ребятня не только участвовала в веселых конкурсах, но и с удовольствием гоняла мяч. Новое покрытие юным спортсменам тоже очень понравилось. И это, возможно, самый главный результат, ради которого строилась новая спортивная площадка. Петр Горохов, телекомпания «Одинцово».